Маргарите Смирновой 16 лет, Виктории Бадиной 15. Подруги закончили 9 классов и уже готовы поступить в педагогический колледж. Но пока есть свободное время, терять его не стали. Устроились на работу в детский сад номер 22. Занимаются благоустройством двора. Кстати, работу дворника девочки примеряют на себя уже второй год подряд. Пришли работать мы год назад, узнали об этой работе на молодежной бирже. Когда пришли выбрать себе какую-нибудь подработку на лето, заработать немного денег, а также приобщиться к труду, потому что все равно лето, дома много свободного времени, хочется чем-то заняться. Каждый год перед началом летнего периода мы размещаем вакансию на портале «Работа Россия», вакансию дворника. И детки с молодежной биржи труда приходят к нам, трудоустраиваются и выполняют обязанности по благоустройству территории детского сада. Девушки выполняют работы по посадке и уходу за растениями. Прополка, рыхление, подкормка, полив. Траву собираем после того, как покосили. Белим, подметаем листву опавшую, также траву покошенную. Девочка, не сложно? Нет, вообще не сложно. На протяжении 3 лет к нам приходят одни и те же ребята. Мы их с удовольствием принимаем, потому что знаем, что они очень добросовестные, выполняют все свои обязанности, даже плюсом. Это очень хорошо, потому что мы видим, что каждый год дети с удовольствием приходят, они даже, можно сказать, то есть у нас даже желающих больше, чем мы можем трудоустроить. Хорошо, что они хотят быть самостоятельными, иметь свои деньги, да. Это тоже неплохо. Как они работают, сразу можно сказать, что из них получатся хорошие граждане Российской Федерации. Получить свою первую трудовую книжку и заработать собственные деньги может каждый. Главное – иметь паспорт. 14 лет, возраст, начало трудоспособности и закреплен в российском трудовом законодательстве. Анна Шуркова, Василий Обухов, Реалининск.